дамы и господа, я буду вести вас через наше путешествие по музыкальной Вене. У нас будет путешествие не только по Вене, но и во времени, потому что мы начинаем с Моцарта, и наша программа будет вестись до современных композиторов. Первая ария Моцарта, по-русски «Уже весна смеется». В первой и последней части это речь идет о красивейшей весне, а в средней части речь идет о тоске любимому человеку. Thank you.
Шумно.